Бирадуал H – бронхолитический препарат. Выпускается в виде аэрозоля. Фармакологическое действие – комбинированный бронхолитический препарат. Эффект при ингаляционном введении обусловлен местным, а не системным действием. Происходит расслабление гладкой мускулатуры, бронхов и сосудов. При острой бронхоконстрикции эффект препарата Бирадуал H развивается быстро, что позволяет использовать его при острых приступах бронхоспазма. Показания. Профилактика и симптоматическое лечение обструктивных заболеваний дыхательных путей с обратимым бронхоспазмом, бронхиальная астма, ХОБЛ, хронический бронхит, осложненный или неосложненный эмфиземой. Режим дозирования. Дозу устанавливают индивидуально. Для купирования приступов взрослым и детям старше 6 лет назначают 2 ингаляционные дозы. Если в течение 5 минут не наступает облегчение дыхания, можно назначить еще 2 ингаляционные дозы. Пациента следует информировать о немедленном обращении к врачу в случае отсутствия эффекта после 4 ингаляционных доз и необходимо дополнительных ингаляций. Правила использования. Перед первым использованием нужно сделать 2 впрыска в воздух. Перед каждым использованием делать медленный и полный выдох. Держа ингалятор, губами плотно обхватить мундштук. Начиная вдох, одновременно сильно нажать, высвобождая 1 ингаляционную дозу. Продолжать медленно вдыхать до максимума и на несколько секунд задержать дыхание. Затем вынуть мундштук изо рта и медленно выдохнуть. Для длительной и прерывистой терапии назначают 1-2 ингаляции на один прием до 8 ингаляций в сутки, в среднем 1-2 ингаляции 3 раза в сутки. При бронхиальной астме препарат должен использоваться только по мере необходимости. Бирадуал H у детей следует применять только по назначению врача и под контролем взрослых. Для получения 2 ингаляционной дозы повторяют все этапы. Если аэрозоль не использовался более 3 суток, то перед применением нужно нажать на него до появления аэрозольного облака. Баллон рассчитан на 200 ингаляций. После использования этого количества доз в нем может оставаться небольшое количество раствора. Тем не менее, следует заменить ингалятор, так как иначе можно не получить необходимую лечебную дозу. Количество препарата, оставшегося в баллоне, можно проверить следующим образом. Встряхнуть баллон – это покажет, осталось ли в нем какое-то количество жидкости. Другой способ – снять с баллона пластмассовый мундштук и поместить баллон в емкость с водой. Содержимое баллона можно оценить в зависимости от его положения в воде, указанного на рисунке. Производитель Берингер Ингельхайм, Фарма, Германия. Отзывы. По данным сайта Отзовик и iRecommend следует, что 76% пациентов довольны эффективностью лекарства. Цена. Средняя стоимость препарата Бирадуал H аэрозоль составляет 430 рублей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!